Всем добрый день. Добрался я до границы Саратовской и Волгоградской областей. Вот. Заехал постоять. Значит, была у меня поломка на машинке. Вот. Ну и, соответственно, надо было на выкатке у меня оборвало два ящичка, потекли, в общем. Ну, соответственно, их надо было помыть, потекший мед. Ну, и сейчас залезу, переберу, посмотрю, что там. Ну, и сегодня вечером продолжу путь дальше. Вот. Но решил я этот ролик снять не потому, что там потекли у меня ящички, а вот почему. Ночь была 5 градусов. Вот, но не в этом суть. Стою я уже здесь 2 дня. Я здесь раньше жил когда-то. Ну и пчел держал. И мы пакеты привозили и развивали их, соответственно, к медосбору, к подсолнуху. Вот. Ну вот какой год я приезжаю. Пчела летает, но нету вообще пыльцы никакой. Вообще ноль. Вот если сюда привезти пакеты, попробовать их разбить, скорее всего, это не получится сейчас, потому как нету пыльцы, вообще ее нету. Я вот наблюдал целый день, нет. А если, допустим, нету взятки, это можно решить проблему с сахарком, то отсутствие пыльцы, ну никак. Ну и вторая проблема, значит, все балки, все лощины, все, что можно было, все пораспахали. Раньше здесь паслась скотина, ну и колхозные стада, частные. Сейчас все распахали. Вот. Зерно, и все это теперь травится самолетами. В общем, практически деревни все, ну, для пчелы практически непригодны становятся, потому как интенсивное сельское хозяйство, изменение климата, вот, и развить не получится. Так что, а места здесь хорошие. Вот я подойду сейчас. Вон речка там замечательная. Можно искупаться, но слишком холодная вода, прям ледяная, можно сказать. Вот. Вот такие вот тут места замечательные, но для пчелы становятся непригодные. Всем удачи, до новых встреч!